Вот это сейчас рванул мой пукан. Блять, надо перекурить. В общем, у меня уже давно есть мечта. Я хотела, чтобы меня накрасил где-нибудь визажист. Мне просто реально интересно, как другой визажист видит мое лицо и как он его накрасит. И, может быть, у меня есть какие-то штуки, которые можно выгодно подчеркнуть. Я мечтаю посмотреть, как я выгляжу без тона штукатурки, а с каким-то таким нормальным макияжем, как нормальная девочка. Ну и плюс мне было впадлу красить сегодня. Я сейчас иду в галерею, там какая-то бьюти-неделя. И я хочу, чтобы меня там бесплатно накрасили. Как раз сегодня в галерее был последний день бьюти-недели, и я решила туда сходить. Кто не знает, галерея — это такой большой торговый центр в Питере, ну типа как охотный ряд в Москве. Я зашла на сайт и прочитала, что работают разные бьюти-станции со всякими бесплатными услугами и консультациями. Еще они предлагали подарки за покупку от 3000 рублей. Я подхожу на стойку информации, спрашиваю, как мне попасть к визажисту. Мне говорят, что мне нужно сделать покупку в любых магазинах галереи на сумму 3000 рублей, подойти с этими чеками потом к ним и выбрать подарок или услугу. Ну, то есть услуги — это как раз вот макияж, который я хотела, что-то там маникюр и еще какая-то фигня. Сначала я подумала, да нахуй оно мне надо, а потом вспомнила, что у меня есть дохренища подарочных карт, которые как раз надо бы уже использовать. Ну и, собственно, я пошла по магазину. Кстати, если вам интересно, что я купила в галерее, подписывайтесь на мой инстаграм. Там в ближайшие дни я покажу вам все продукты, которые я купила, и расскажу про них. Из плюсов это мне наконец-то дали золотую карту Ревгош, которую давали, в принципе, всем сегодня. И на этом плюсы заканчиваются. Сначала до меня доебался, причем в очень грубой форме, охранник в Ревгоше. Типа я открыла какую-то тушь, которая не являлась пробником, хотя стояла там, где должны стоять пробники. Ну камон, чувак, это проблема вашего магазина, это не мои проблемы, то, что у вас все херово стоит. Еще в Литуале я покупала подводку, и мне уже на кассе сказали, что действует акция, два по цене одного, и можно взять что-нибудь еще. В общем, я пошла выбирать, выбрала себе тушь, подхожу с этой тушью на кассу, отдаю эту тушь на кассу, мне говорят: «Ой, извините, там со штрих-кодом какая-то хуйня, поменяйте, пожалуйста, на другую». Я, короче, пизду за другой тушью, беру другую тушь, приношу, они такие: «Ой, извините, там какая-то херня, короче, она в этой акции не участвует». Знаю, что все эти акции и призы в торговых центрах — это сплошное наебалово, то есть я изначально догадывалась. Я решила снова подойти на стойку информации и уточнить, действительно ли можно совершить покупку в любых магазинах. То есть если я куплю себе жратвы на неделю в Перекрестке, получу ли я в таком случае подарок? Естественно, оказывается, что на многие магазины, фудкорты, кафешки эта акция не распространяется. Собственно, я закупилась в трех магазинах. В первом магазине я купила на 1000 рублей, во втором на 1500 и в третьем на 500 рублей. В общем, возвращаюсь я довольная с этими чеками на стойку, и мне говорят: «Идите нахуй!» Якобы по их правилам, которые мне никто не сказал, кстати, хотя я подходила, сука, два раза к ним. То есть, если в чеке меньше 1000 рублей, в моем случае 500, то этот чек не засчитывается. Браво! Естественно, они начали выебываться, что мы вам сказали все сразу же. Блять, я к вам два раза подходила и ничего такого не слышала. То есть, по факту, я действительно купила в галерее на 3000 рублей, но так как в одном чеке было больше 1000, а в другом чеке было меньше 1000, то вот мой подарок. Вы чё, хотите меня поиметь? Да я вас сама поимею. Я решила отстаивать свои деньги и подарки. И я сделала ход конем. Я зашла в первый попавшийся магазин, в котором было много народу, и на кассе попросила у девушки чек. Твою мать, надо было сразу так сделать. Я, короче, возвращаюсь уже, сука, в третий раз на эту стойку ёбаную. Я уже вооружилась камерой, я все это снимаю. Я, короче, девушке показываю, что вот у меня есть еще один чек, и вы мне обязаны по всем правилам выдать подарок. Ну и что вы будете делать? Она начинает просто издевательски на меня смотреть, ухмыляться и говорить: «Ой, а вы что меня снимаете? Ой, смотрите, смотрите, нас тут вообще-то снимают». Сказать условия акции изначально. Потом выясняется, что некоторые магазины не участвуют. А что я в компании? Подарки, кстати, были отстойные. У них был огромный пакет Mixit,
И они из него просто не глядя доставали по какой-нибудь фигне и отдавали ее. И им было вообще все равно, надо это человеку или нет. Пожилой женщине они дали в подарок скраб для задницы. Серьезно. Я еле-еле отвоевала свой макияж, но я все-таки добилась своего. Кстати, вот девушка, которая делала макияж, она очень классная, она очень милая. Она мне рассказала обо всех продуктах подробно, ответила на все мои вопросы. Главное, она спросила, какой макияж я вообще хочу. Кстати, как вам мой макияж? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Мне, например, очень понравилось, это как раз то, что я хотела. Но каждый день я так, конечно же, ходить не буду. Все время, пока меня красили, вот эта вот мерзкая баба со стойки, которая мне грубила и хамила, она несколько раз подходила и палила, что мы там делаем, и такая: «Ой, ну как у вас дела? У вас нормально, да?» Сука. Когда мне уже доделали макияж, и я начала собираться, эта баба со стойки подошла снова и такая: «Вот, а вы что, меня правда снимали?» Я говорю: «Нет, не снимала». Она говорит: «Ой, а что, камера разрядилась?» Когда я пришла домой, я начала гуглить вообще про эту акцию и поняла, что половина сайтов тупо не работает. У них действительно был сайт с большим количеством информации, но пока я монтировала это видео, этот сайт уже прикрыли. Через поиск на сайте галереи мне удалось найти какую-то скудную информацию об этом мероприятии, но, как видите, ничего больше здесь нет. Я все-таки нашла правила этой акции. Они были на том сайте, который сейчас не работает, и их было достаточно тяжело найти. Сначала надо было прочитать кучу картинок, информацию обо всех участниках этого мероприятия, потом какие-то магазины, какие-то акции, фотографии из предыдущих мероприятий, полная программа всего этого действия. И где-то между огромными фотографиями и кучей всякой ненужной информации была указана малюсенькая ссылка на полные правила этой акции. В этих правилах я прочитала, что действительно, за исключением супермаркета перекресток, кафе и ресторанов, можно купить в любом магазине. Но когда я спрашивала на стойке информации, мне назвали еще несколько магазинов, которые не участвуют в этой акции. Ниже уже написано, что и правда сумма должна быть не менее 1000 рублей с одного чека. В итоге, чтобы найти эти правила, я убила больше 30 или 40 минут. А на стойке в самой галерее дают неправильную или вообще неполную информацию об этом мероприятии. Рассказывайте мне свои зашкварные истории из разных всяких косметических магазинов, всяких бьюти-штук, мне кажется, их полно. Я хочу, чтобы этот видос видело как можно больше народу и чтобы люди больше не велись на всякую подобную фигню. Подписывайся на мой канал и ставь лайк под видео. И я желаю вам, чтобы никто никогда вас не наебывал.